Безопасность зимней Олимпиады в Сочи обеспечена на должном уровне. Об этом заявил президент США в интервью телеканалу CNN. На вопрос журналиста о том, стал бы Барак Обама отговаривать американцев от поездки на игры, глава Белого дома ответил отрицательно. По его словам, любой, кто хочет посетить Олимпиаду, должен это сделать. Обама добавил, что ознакомился с планами российских властей и сделал вывод, что принятые меры безопасности исчерпывающие. Я бы сказал, что Сочи безопасен. Риски всегда существуют, когда дело касается мероприятий такого масштаба. Российские власти понимают ситуацию, они знают, что угроза есть, и мы взаимодействуем с ними по этому вопросу. Я думаю, они хорошо проработали меры по обеспечению безопасности не только спортсменов, но и гостей.